Всем добра, вещает Алекс. Итак, я снова в дороге, снова в вагоне железнодорожном. На этот раз я еду в так называемое местечко блогерское Маврикуль к Ильичу. И там меня уже ждет не только Ильич, но еще один очень интересный персонаж. Это из дирекции компании Монтарин. И, собственно, мы там его будем мучить различными вопросами, матросами. И понимать суть, глубину, перспективы и, собственно, будущее этого направления как Монтарин. Кто забыл, Монтарин — это инвестиционная площадка, среднепроцентная, без возврата тела в конце, с определенным товаром, которым можно покушать, закусить. Просто такая очень простая российская тема. А Монтарин якобы поставляет эти товары, которые мы уже с Ильичем пробовали в прошлой встрече, на китайский рынок. Но, собственно, более детально мы это узнаем на месте. Вот это видео-анонс у меня. Скоро будем на Маврикуле. Сегодня у нас сегодня какое число-то? 12 мая 2019 года. Еду в поезде. Вот мой ноут, интернет у меня с раздачи с телефона стоит. Ну, собственно, всем добра, всем профита.